посылаю всем осенний привет из Москвы. Вот такую вот красоту, золотую осень я застала в октябре месяце. Погода была переменчивая, часто шли дожди. Доброе всем утро. Буду пить кофе. В Москве у меня тоже кофеварка Неспрессо. Вот такие у меня любимые сорта. Из классических козий и зелененький каприццио. Купила зефир в шоколаде, 100 лет его не ела. Ностальгия, как я вам уже рассказывала, 2 года не была в Москве. Из-за коронавируса сначала рейсов не было вообще, авиасообщение было прервано. А сейчас только один рейс в неделю Москва-Токио. И посылки из Токио в Москву можно отправить только кораблем, идут очень долго сейчас. Выпью витамины, покажу вам вкратце, что взяла с собой. НМН, конечно. Комплекс для омоложения всего организма, мозга, иммунитет. Входит НМН, это никотинамид, мононуклеотид, найденный японским профессором PQQ и коэнзим Q10. Ссылочку оставлю внизу на видео, где я более подробно рассказывала. Это мультивитамины, минералы и аминокислоты. Японская медицинская компания Кобаяши Сэяку, по 4 штучки пить нужно. А эти БАДы я пью вечером после ужина. Это форескалин. Улучшает обмен веществ, способствует сжиганию жира. Витамин С всегда хорошо пить. Самый простой, недорогой антиоксидант. Для иммунитета мне очень нравится вот этот вариант. Бренд называется DHC. Нужно пить по 4 штучки в день. Цинк иногда пью. Вот этот вариант мне нравится, по 2 штучки в день. Это тоже Кобаяши Сэяку бренд. И на токиназе обязательно, показывала вам во многих-многих видео. Эта пищевая добавка сделана из ферментированных бобов и не имеет аналогов в мире. Она очищает кровь, делает ее гладкой, против тромбов. Для сосудов сейчас нужно пить обязательно. Вот такие у меня БАДы с собой. Не все я их пью постоянно, некоторые только по необходимости. Вот, например, лечебная трава донник. Выводит лишнюю жидкость из организма от отечности. Смотрю ЦУМ, интернет-магазин, хотел что-нибудь заказать онлайн, но чувствую, что без примерки сложно, поэтому мы с вами отправимся в магазин сегодня. Вчера присмотрела вот такие вот ботинки, сапоги Хлоя. Еще хотела вас повеселить, посмотрите, какое худи. С косичками. Мне хотелось что-нибудь с веселым рисунком, но косички это слишком. Вот это симпатично на картинке смотрится, без принта, без рисунка, но рукава такие, интересный цвет, приятный. Джинсы черные мне нужны. Без примерки сложно выбрать несколько вариантов. Скопировала себе. Еще вот такой вот свитшотик Dolce & Gabbana мне понравился. Па-па-па-пам. Перед тем, как вместе с вами отправиться в ЦУМ, хотела вам показать самую долгожданную новинку, которая скоро поступит в продажу с 1 декабря в Японии. Это знаменитая пудра с ангелами Канебо Милана Collection 2022 года. В продаже 2 варианта. Коробочка поменьше, 24 грамма входит, а вот в такую вот большую входит 2 пудры по 24 грамма. Итак, распаковочка. Видите, дополнительный рефил входит. Пуховка очень мягкая, плюшевая, такая красивая пудра в этом году, просто потрясающий дизайн. В магазине на эту пудру уже открыт предзаказ, так что можно уже ее заказать, и как только они поступят в продажу, вам ее сразу же отправят с международной доставкой. Начало продаж объявлено 1 декабря, так что мы с вами одни из первых распаковываем. Покажу вам, какая красавица в этом году, какая пудра, чтобы вы знали, как все упаковано. Мы сейчас с вами распаковали большую коробку. Здесь входит дополнительный рефил, сама пудра и пуховка. Пудреница, приглушенный цвет, шампанское и фиолетовые синие камни. Пудры для лица Канебо Милана Collection выходят лимитированными тиражами уже с 1991 года. Раз в году под Рождество выходит новый дизайн. Все они неповторимые, лимитированные выпуски. Многие их коллекционируют в Японии. У меня тоже уже собралась небольшая коллекция. Жду с нетерпением каждый год. Какой же будет новый дизайн у пудры? В основном пудреницы выпускаются либо низкие, маленькие, которые можно носить в сумочке, либо вот такие вот большие, как в этом году. Все они с ангелами. Ангелы каждый год разные. Красота, прекрасный подарок зимним праздникам. Производство пудры Япония. По нанесению она прозрачная, не имеет никакого оттенка. Легкая вуаль. Наносить такую пудру нужно поверх тональной основы. Можно это делать кисточкой или специальной пуховкой. Для того, чтобы сматировать лицо, закрепить тональную основу. Эти пудры очень хорошего качества, они не пересушивают кожу. Входят даже увлажняющие компоненты, гиалуроновая кислота и пчелиное маточное молочко. Легкий цветочный аромат с розой. Пудры Milano Collection сейчас выпускаются 2 типов.
классический стандартный вариант, который мы сейчас с вами смотрим, и пудры из люксовой коллекции GR. Из люксовой коллекции у меня прошлогодняя пудра 2021 года, а в этом году стандартный вариант. Отличие здесь такое, что в пудрах GR больше наполнения, а не по 30 грамм, а в стандартных 24 грамма продукта. И в состав дополнительно, помимо гиалуроновой кислоты и пчелиного маточного молочка, входит еще натуральная ботаническая эссенция от бренда Канебо. То есть люксовый вариант будет еще лучше по текстуре. И мне еще показалось, что аромат ярче в пудрах GR, чем в стандартных. Я вам оставлю внизу под видео ссылки на два варианта, на стандартный классический и люксовый. В магазине Tokyo On Demand можно сейчас приобрести. С международной доставкой предварительный заказ уже открыт. Вот такой вот ангел украшает пудру 2022 года с птичками. Тиснение с ангелом на самой пудре и также на пудренице, как будто под стеклом ангел. Золотой ажур, а внутри как драгоценные камни фиолетового цвета переливаются на солнце, как драгоценная шкатулка. Давайте покажу вам, какая пудра по нанесению. Вот такой вот светлый достаточно цвет. При нанесении она становится прозрачной. Легкая матирующая пудра вуаль. Я ее использую вместо рассыпчатой пудры в конце макияжа. Очень мелкий помол, как видите, она не видна на коже. По поводу доставки покупок из Японии. Во многие страны сейчас открыта авиадоставка. Самолетом быстрая. Весь список стран я оставлю внизу под видео. Это и Швейцария, Англия, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия, Украина, Новая Зеландия, Азербайджан, Америка. В общем, много разных стран. Полный список вы увидите под видео. Но, к сожалению, в Россию по-прежнему авиадоставка невозможна. Она не возобновилась. Когда возобновится, совершенно непонятно, поэтому сейчас доставляют кораблем, которые идут до Владивостока. И сейчас там настолько все загружено, я слышала даже в новостях, говорили об этом, что там все переполнено, и корабли, контейнеры, грузы ждут своей очереди месяцами. Я отправила посылку родственникам из Токио в Москву, она шла около 4 месяцев. Я уже приехала сама в Москву, а посылка только после меня. Меня спрашивали в комментариях про Казахстан. Морем посылки идут тоже через Владивосток туда. Но в Казахстан, я думаю, есть смысл подождать авиадоставки. Скорее всего, она будет. А в Россию, мне кажется, вряд ли возобновят сейчас авиадоставку. Я уже, честно говоря, за полтора года потеряла какую-либо надежду на это. Когда уже все это закончится? Раньше отправила посылку, через неделю она уже в Москве. А сейчас, как в прошлом веке, на корабле, на поезде. Ну, в общем, с доставкой вот такие вот дела. Учитывайте это при заказе кораблем в Россию. Ну а в другие страны вы можете успеть даже заказать вот такую красавицу пудру к рождественским праздникам, к Новому году. А вот эту коробочку я не буду открывать, а оставлю ее для вас. Скоро на моем канале планирую сделать розыгрыш призов в честь 100 тысяч подписчиков. Разыграем среди вас красавицу пудру и другие приятные подарки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы с вами продолжаем видео-шоппинг-влог и отправляемся в ЦУМ. Кстати, внизу здесь закрыли Глобус Гурме. Очень жаль, мне нравилось там покупать иногда вкусняшки. Сегодня мы с вами посмотрим обувь. Это бренд Jimmy Choo. Постараюсь показывать вам цены и названия брендов. Симпатичные осенние ботинки. В ЦУМе, конечно, очень хороший выбор. Обувь люксовых брендов. Это тот же английский бренд Jimmy Choo. Что-то подобное было, по-моему, в прошлом году у них тоже. Грубые ботинки, классические модели со стразами. Сумочка интересная. Сумка-мешок кожаная с кисточками. Посмотрим другие обувные марки. Сантони, вот такие вот ботинки. Производство Италия написано, 74 тысячи они стоят. Цвет красивый, оранжево-коричневый. Другие варианты. Джанвита Росси широко представлен, этот бренд тоже в ЦУМе. Классические сезонные коллекции, вот такие вот ботильоны. Мерила года два назад, по-моему, ничего не изменилось. Очень хорошая, удачная модель. И формы, невысокий каблук, красиво смотрится на ноге. Есть еще замшевые варианты, вот такие вот сапоги. А вот эти ботильоны типа казаков у меня уже есть, только в бежевом цвете, в замшевой коже. Покупала их здесь же, в ЦУМе, уже два года назад. Сапоги вот такие вот очень красивые, кстати, здесь есть. Dolce & Gabbana, как всегда, поднимается настроение. Все очень ярко, нарядно. Золото, бархат, жемчуг, шипы, сердечки, надписи, все в одной корзине. А здесь кроссовки Givenchy. Посмотрим цену на эту марку. 56 тысяч.
черные ботинки интересные с золотым замочком. А это Хлоя. Ассортимент в интернет-магазине здесь немного отличается. 78 тысяч рублей. Такие ботильоны, сделанные из кожи и плотной ткани в виде носка. А рядом модель, как будто на плотный носок надеты сандалии летние, спортивные. Ботиночки вот такие вот классические. А здесь представлен бренд Miu Miu. Узнаете ботинки? Больше 2 лет назад такие же покупала. Модель абсолютно не изменилась. Только вот эта вот надпись Miu Miu. Сзади на ремешке у меня желтый с коричневым, а здесь сейчас белые с черным стали. Вот такие еще варианты. Ну, кстати, эти ботиночки очень удобные. Наверное, они уже стали классикой. Вот Александр Маквин, черный с розовым. Вот такие ботинки мне тоже очень понравились в этом сезоне, в моде розовый цвет. И вот эти белые тоже красивые. Посмотрим цену. 73 тысячи. Кроссовки классические Александр Маквин. Dior. Ботиночки вот такие вот в Токио разобрали буквально за неделю. По-моему, это еще весной было, перевыпустили или здесь остались они еще. Красивые очень, черные с бежевым. Посмотрим другие варианты. Я никогда за один раз обувь не могу себе выбрать, поэтому сегодня будем приглядываться, а в следующий раз зайду и куплю, что мне понравится больше всего. А это бренд Fendi, любимый Фендюша. Вот такие вот ботиночки очень интересные. Они легкие-легкие. Интересный материал. Я думала, кожа покрытая чем-то, но оказалось, что это резиновые ботинки. Но резина необычная, очень приятная на ощупь. Ну, в грязную погоду, наверное, удобно такие. Классические ботинки Fendi. Как-то мерила уже их давно. Тоже несколько лет назад. 37 размер померяю. Итак, на мне пуховик Fendi и ботиночки. Но мой образ дня абсолютно не подходит под этот пуховик. На мне лосины и длинное бежевое худи, которое, получается, выглядывает из-под пуховика, и ботинки. Fendi – это классика, уже несколько лет они продаются. Не такие они массивные на ноге, достаточно аккуратно смотрятся. Как вам пуховичок? Можно его носить еще вот на эту сторону. Коричневый с черным, монограмма Fendi, буковки F. Я хотела шарф Fendi, вот такой вот вариант, кашемировый шарф, очень мягкий, с кисточками. И второй вариант в более спортивном стиле, какой лучше, пишите в комментариях. Второй вариант в 2 раза дешевле, но у него другой состав, к сожалению, сейчас точно не вспомню, по-моему, шерсть и синтетика. А вот этот вот первый вариант сейчас на мне, кашемир. 100%, очень мягкий, и я подбирала под сумку, под ремень сумки. Сейчас на мне пальто от Fendi с меховыми кармашками, это тоже классическая модель. Пальто мне чуть ниже колена, сбоку очень большие разрезы. То есть такой вариант не на очень холодную погоду. Для японской зимы как раз такое пальто бы подошло. Я в Москву приехала только на 1 месяц, зимовать буду в Японии, так что да, такой вариант неплохой. Смотрю еще другие варианты. Декоративный ремешок на сумке, как у меня, похожий. Светлый цвет, белый с бежевым. Кстати, на мне бежевое пальто, которое я купила во Франции. Это бренд Max Mara. Обещала вам показать примерку. Оно сейчас на мне. Удобное, хорошее пальто. Ткань это альпака. Шерсть, к сожалению, оставляет ворс на черной одежде. Если вниз надеть черные брюки, джинсы, например. А сейчас мы заглянули с вами к Кристиану Лабутен. Классика вечная. Бежевые, черные туфли у меня такие есть. Посмотрим на них цену сейчас. Не знаю, повысилась, нет. Вот этот вот каблук повыше, это, наверное, 12 сантиметров. У меня 10 сантиметров, выше я носить не могу. В этом году леопард, также модный принт. Целая мини-коллекция представлена в этой расцветке. Ремень даже, сумочки. Когда смотрю обувь от Лабутена, всегда в голове у меня крутится песенка на Лабутенах и восхитительных штанах. Вот такие вот ботильончики, все с фирменным отличительным знаком бренда, с красной подошвой. Вот такие классические ботильоны, сейчас померила, но мне они не подошли на удивление. Не сели по форме ноги, вот цена на них. Мне понравились, они классические, и подошва красиво сделана вот здесь. Сумочка блестящая, черная с красным. Кроссовки. Пишите в комментариях, вам нравятся шипы. Я не люблю шипы вообще, но черные на черном, кстати, ничего так смотрится. Еще сумки, ботильоны белые. Красивый цвет, не белоснежный, а кремовый. Белые тапочки от Лабутена с красной подошвой. 51 800. Посмотрите на эти ботинки. Ух, как они сверкают и переливаются.
Ну вот, друзья, сегодня у меня была только одна покупка. Дома будет распаковочка. Вот Фенди, Фендюше, желтый пакетик. Я купила шарф и выбрала кашемировый, дорогой. Он был почти в два раза дороже, чем второй. Подбирала я под бежевое пальто, конечно, и вот под этот ремешок на сумке Фенди. Мне показалось, что этот больше подходит. Помягче цвет, второй вариант был более контрастный, и там состав был другой, не кашемир. Более спортивный, тянущаяся трикотажная ткань. А этот классический кашемир, мягчайший, очень теплый, с кисточками. Мне много под какие вещи подойдет. Вы знаете, я люблю бежевое и черное сочетание. А за обувью мы с вами отправимся еще раз в ЦУМ. Привет всем еще раз, это уже другой день, на удивление солнечная, такая приятная погода сегодня. Несколько дней были дожди, серость, с утра просыпаешься и включаешь сразу свет. Сити, за два года что-то изменилось? Мне кажется, стало еще больше зданий здесь высотных. Ну вот, друзья, я уже с покупочкой около ЦУМа, но сейчас вам покажу, что я примеряла, что купила. Вот такие вот высокие сапоги типа Ботфортов на грубой подошве. Померила в кожаном варианте и в замшевом. Мне показалось, что замша смотрится помягче, не так агрессивно, как кожаные. Это осенние сапоги, бренд Gianvita Rossi. На мне лосины тоже черного цвета, не знаю, насколько вам хорошо видно. Ну, в общем, мне понравились очень сапоги, они чуть выше колена. Можно носить с брюками в обтяжку, с лосинами, с коротким платьем. Очень удобные, подошва красивая, массивная. Вот такой огромный тяжелый пакет. Еще черные джинсы купила, потом вам покажу видео распаковку. А сейчас мы с вами отправляемся обмывать покупки и есть пельмени в ресторан большой, который находится рядом с ЦУМом. Осенний комплимент от шеф-повара, суп из белых грибов. Закуски, салат сфотографировала, вот пельмени забыла. Я не стала снимать общий вид, но очень много посетителей, практически все столики заняты. Я думала, наоборот, ресторан будет полупустой, что-то там такое я вижу интересное в окошко. Знакомый мужчина в красном пиджаке не находите? Это же, по-моему, стилист Рогов. Наверное, тоже видеосъемки, шопинг, покупки. Итак, из дома показываю вам, что купила. Два пакетика из ЦУМа. Здесь сапоги, как вы уже поняли, и джинсы. С черными джинсами была целая проблема. В этом году выпустили почему-то только потертые черные, сероватый такой оттенок, более светлые, серые. А обычные классические чисто черные джинсы очень мало в каких брендах продавались. Ну, в общем, я выбрала вот такие вот джинсы. У них высокая талия и они прямого кроя. Какие-то ворсинки на них, наверное, рядом что-то висело. В интернет-магазине ЦУМ я видела больший выбор. От Emporio Armani были вроде неплохие, но на деле ничего этого в ЦУМе не было. Только если заказывать онлайн. Итак, сапоги. Давайте посмотрим, как все упаковано. Gianvita Rossi. Мешочек почему-то один только. Мне кажется, это неудобно, когда такие сапоги. Тем более замшевые, хочется их убрать отдельно. Ну вот, сами сапоги, которые я выбрала. Ну, вы видели их уже на мне, когда их примеряла в ЦУМе. Ба-бам! Коронная наклеечка на подошве. Хорошо, что здесь подошва резиновая, и ее легко отклеить. Не останется следа. А вот с кожаной подошвы не отдерешь ничем, так чтобы не осталось следа. Сколько вы мне писали в комментариях разные рецепты. Подуть феном, потереть маслом или ацетоном. Ну, ацетон, конечно, точно подошву разъест. Масло, не знаю, честно, не пробовала, но на кожаной подошве пятно будет точно. В Японии никогда вот такие вот ценники на подошву не клеят, тем более на такую дорогую обувь. Только очень легко отклеивающиеся наклейки. Вот такие сапоги выбрала, буду носить зимой в Японии. В Токио не холодно, поэтому зимняя обувь на меху там точно не нужна. Еще один небольшой шопинг-эпизод. Петровка 16, бутик Gucci. Смотрим с вами, какая обувь здесь представлена. Ботильоны, сапожки, вот такие вот высокие ботинки на грубой подошве. В двух цветах светлые и черные с монограммами Gucci. Вот эти вот высокие ботинки мне понравились, но нет моего размера. В черном цвете уже распродано. Остался только утепленный вариант, но мне на меху точно не нужны.
меряю кроссовки в очень приятном кремовом цвете, это не совсем белоснежный. Классическая модель, представлена уже несколько лет, очень они удобные. Вот такие вот ботинки мне понравились на грубой подошве, а кроссовки мне сегодня совсем не подходят по цвету, к черным носкам и к черным джинсам. Да, кстати, джинсы, я надела их один раз, они так вытянулись, мне они не понравились. Очень сильно растягиваются, зря я их купила. А ботинки, посмотрите, какие стильные, если надеть укороченные брюки, так, чтобы была видна щиколотка. Ботинки массивные, на контрасте здорово смотрятся. Эта модель, по-моему, вышла чуть раньше. Консультант мне сказал, что они были очень популярные. Быстро распродались, и их или перевыпустили, или завезли еще раз, я точно не поняла. Ну, в общем, был мой размер, поэтому ботинки берем. Еще такие же были сапоги высокие. Карамельный цвет сумки интересный. А это стенд с ремнями, хотела вам показать. Центральный, самый большой ремень. Но видео абсолютно не передает масштабов. Посмотрите, какой размер по сравнению с моей рукой. Просто гигантский. Первый раз вижу такую большую пряжку. Давайте посмотрим шарфики, палантины. Много красивых цветов. На сером фоне розовый, нежно-голубой. С джинсами хорошо будет смотреться. А это новинки. 100% кашемир. Мягкий-мягкий. Вот этот вот серый с розовым. Мягчайший, но достаточно плотные, объемные шарфы. Есть потоньше, шерсть. А здесь шелковые платки с золотыми пчелками. Еще есть шапки в тех же цветах, что и кашемировые шарфики. Перчаточки вот такие вот мне понравились больше всего. Со швом наружу. Вот такие вот коричневые, классический вариант. Ну вот, друзья, я опять с покупками небольшими. Покажу вам, что купила в бутике Gucci. Сегодня, говорят, в этом сезоне последний теплый денек. Потом ожидается похолодание, дожди. Давайте прогуляемся немного. Это Столешников переулок. Здесь расположены бутики самых известных брендов. Dior, Chanel, Fendi, Prada, Miu Miu, Hermes, Loro Piana, по-моему, тоже здесь есть ювелирные бутики. Ну, в общем, в этой поездке я старалась много не ходить в рестораны и в магазины с большим скоплением людей. Ходила в маске, дезинфицировала руки, потому что число заболевших очень сильно росло. Хотя я уже и вакцинировалась в Токио, но все равно обстановка была не очень приятная в этом плане. И очень много людей без масок даже в помещениях ходили. Очень много заболевших. Показываю покупки из бутика Gucci. Какой красивый цвет пакеты, упаковки. Ярко-зеленый стал и красные бантики. Отличное обслуживание в бутике. Сервис просто безупречный. Посмотрите, как все упаковано. Как я люблю. Красиво, с бантиками. Хотя я ничего не говорила, не просила упаковывать празднично. Итак, первая коробочка. Посмотрим, что внутри. Купила новый ремень с черной пряжкой. Я давно хотела ремень с черной пряжкой. Иногда при составлении разных образов, аутфитов, мешает слишком яркая пряжка, золотая или серебряная. И, например, под черные брюки хочется черного цвета. Вот я вам показываю ремень. В сравнении с новым, который я купила, с золотой пряжкой от Gucci. Эта модель была очень популярна несколько лет. И сейчас вышла вот такая вот новинка в черном цвете. Сам ремень, сама кожа тоже немного отличается, как вы видите. Видите, справа более матовая кожа, а слева блестящая. Показываю, что во второй коробочке. Ну, наверное, вы догадались, это ботинки. На массивной подошве матовые аксессуары золотые. Вот такая здесь подошва большая. Кстати, в бутике Gucci не клеят никакие ценники на подошву, все идеально. Сзади очень красиво, стильно сделано. На коже вышивка золотыми нитями. Золотая пчелка от Gucci. Внутри ботинки тоже очень красивые. Белые с голубым, с цветами. Написано производство Италии. 37 размер я купила. Консультант мне сказала, что эта модель очень популярная, но она не всем подходит. Не всем удобно в них. Эта модель ботинок достаточно тяжелая, но мне идеально они подошли по форме. И очень удобно в них. Вот такие вот у меня были покупки. Надеюсь, вам это видео понравилось. Погода испортилась. Я скоро уезжаю опять в Японию. Мокну на улице, жду такси. Пишите комментарии, я с вами на этом прощаюсь и увидимся через неделю.